Ася, глава 15. Краткое содержание. Н.Н. в назначенный час отправился навстречу. Однако мальчик, встретивший его на противоположном берегу, передал, что фрейлин Аннет изменила место свидания и ждет его в доме у фрау Луизы. Чувства боролись в нем. Счастье, казалось, было совсем рядом, но ему нужно было сдержать данное брату слово. «Я не могу на ней жениться», — решил он наконец. «Она не узнает, что я полюбил ее». Дверь открыла ему старушка и повела вверх по крутой лестнице. На третьем этаже она указала ему на маленькую дверь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.